Я теперь должен, собственно, доказать обещанную теорему. Для любых двух векторных полей сумма индексов что? Одна и та же. Отлично. Давайте доказывать. Сейчас мне уже Эйлерова характеристика совершенно не нужна будет для них, потому что я должен взять любые два векторных поля. И я рассуждаю следующим, на самом деле, очень простым способом. Представьте себе, что у меня есть любая поверхность. На ней два векторных поля. У одного какие-то особые точки, у другого какие-то особые точки. Вы понимаете, что я приспокойненько могу сделать, чтобы моя карта не проходила бы через эти самые особые точки. То есть у меня вся поверхность, как вы уже понимаете, состоит из каких-то там многоугольников. Поверхность разрезана на многоугольнике, как-то между собой там склеены. Замечательно. Так вот, поскольку особых точек конечное число, то я могу позаботиться о том, чтобы они не лежали бы на вот этих отрезках, не были бы этими вершинами, и вот не лежали бы на этих отрезках. Таким образом, вся поверхность состоит из многоугольников. Особые точки, я не знаю где, на каких-то многоугольниках может не быть особых точек, где-то могут быть. Мне это, в общем, совершенно не интересно. Мне важно, что на этих отрезках особых точек нет. Замечательно. Беру конкретно один многоугольник. Вот он есть. А первое, а второе, а третье, не знаю, там, а это, да, вот такой вот. И говорю, что вообще-то векторных полей у меня два. Давайте, одно векторное поле будет называться У. Это что значит? Это означает, что в каждой точке есть какой-то вектор, не нулевой вектор, который называется У. Там, скажем, есть вектор У от АН, есть вектор У от А первого, ну и так далее. Да? И в каждой точке есть вектор, который называется В. Ну, то же самое. В каждой точке поверхности. И у этих векторных полей есть какие-то особые точки, не лежащие на сторонах и не попадающие в вершины этих моих многоугольников, из которых состоит вся, собственно, поверхность. Отлично. А вот теперь, ребята, простая мысль. Я смотрю на точку А1. В ней есть два вектора. У от А1 и У от А2. И я могу сделать В от А1, извините, два вектора. У от А1 и В от А1. Между ними может быть угол, может быть угла. Они могут быть одной, они могут быть разными. Так вот, я могу сейчас деформировать векторные поля. Ну, например, буду деформировать векторное поле У. Таким образом, чтобы вне некоторого кружочка с центром А, оно бы вообще никак не менялось. А внутри этого кружочка, чем ближе к точке А, тем сильнее бы этот вектор поворачивался. А в точке А, чтобы он повернулся в точности на этот угол. Существует функция гладкая, которая равна нулю вне круга и принимает какое-то конкретное значение в центре этого круга. Просто можно явной формулой написать, да? Мне сейчас нужна, их много этих функций, мне нужна функция, которая ноль здесь, потом здесь поднимается, строго ноль здесь, и здесь опускается. Таких функций можно просто явным образом выписать много разных. Замечательно. Вот возьму такую функцию. Применю ее. И использую ее в качестве указателя, насколько надо повернуть вектор. И в результате я смогу сделать, чтобы вектор в точке А1У оказался бы сонаправлен с вектором. Точно так же я могу взять коэффициент растяжения. Везде коэффициент растяжения будет равен единице, кроме этого круга. А на этом круге я вот такую же вот колоколообразную функцию придумаю, которая равна единице. Там она была равна нулю, угол поворота, а здесь она будет единица. Здесь надо будет сколько надо, а здесь надо будет тоже единица. Таким образом, я смогу в этой точке
подправить вектор U, не изменив все другие точки, не изменив индексы, потому что при таком преобразовании оно же непрерывное, говорит, а индексы это целые числа, поэтому они могут меняться только щелчком, да, только каким-то резким переходом через целое число. А у меня непрерывная функция, она не может менять целое число. Так вот, я таким образом сделал в точке А1, чтобы эти векторы совпали. Все. Все. V от А1 равно U от А1. И вы понимаете, что я точно так же сделаю вообще во всех вершинах всей поверхности. Каждый раз я выбираю кружочек, чтобы он не затрагивал все остальные вершины. Каждый раз я выбираю две такие функции. Сначала угол делаю каким надо, потом длину делаю какой надо, или наоборот, это важно. Вот, важно, что я могу непрерывно деформировать векторное поле, а при непрерывной деформации индексы не меняются. Таким образом, у меня во всех точках теперь, заметьте, внутри может быть все что угодно. Даже на этом ребре может быть все что угодно. Но в вершине, вернее, во всех вершинах всех многоугольников ситуация будет такая. Векторы U и V равны вершинам. Осталось чуть-чуть. Для каждого ребра рассмотрю следующую величину. Вот я иду вдоль ребра из одной вершины в другую и смотрю, что происходит с вектором U. А после этого я возвращаюсь строго по этому ребру назад и смотрю, что происходит с вектором V. То есть я рассматриваю такое движение. Да? То есть я все время слежу при движении из А1 в А2 за одним вектором V. А потом прохожу назад и слежу за другим. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание. У меня вектор U и вектор V в этой точке – это один и тот же вектор. Поэтому что произойдет? Сначала вектор как-то менялся. Если бы я просто по тому же векторному полю прошел назад, то он бы поменялся в обратном направлении и был бы ноль оборотов. А так возникнет какое-то количество оборотов. Согласны? Итак, каждому ребру я сопоставляю количество оборотов следующей точки. Вы при движении по ребру в одну сторону следите за векторным полем U, а при движении в обратную сторону следите за векторным полем V. Так, ситуация понятна? Ситуация понятна. А вот теперь надо сделать простую штуку. Надо пройти по грани, по другой грани, по третьей грани, по четвертой грани и посмотреть, что это такое. Вот давайте-ка мы посмотрим по этой грани. Вот у меня есть грань. Я прохожу и слежу за одним вектором, потом прохожу назад. Потом я прохожу и слежу, я прохожу назад. Прохожу и слежу, прохожу назад. Прохожу и слежу, прохожу назад. Ребята, я мог все это сделать проще. Я мог сначала пройти целиком один оборот и следить за вектором U, а потом пройти в обратном порядке и следить за вектором V. Идея понятна? Ребята, то, что я получаю, это называется индекс векторного поля U, взятый по этой окружности. Минус индекс векторного поля V, взятый по этой окружности. Дело в том, что здесь могли быть какие-то особые точки полей U и V. И поэтому, когда я делаю оборот, то вообще-то у меня векторное поле U могло дать несколько оборотов. Если у меня там нет особых точек, то оборотов будет ноль. А если были, то могли быть обороты. Точно так, там могли быть особые точки поля V. Тогда могли быть обороты.
Но вот если я прохожу по окружности, то у меня будут обороты поля У, а потом прохожу в обратном порядке, это будет минус обороты поля В. Понятно? Замечательно. А когда я все это суммирую по всем граням, то это будет просто сумма индексов поля У минус сумма всех индексов поля В. То есть просто разность суммы индексов по всем отсобным точкам поля У минус сумма индексов по всем отсобным точкам поля В. Так, понял? А для доказательства теоремы осталось буквально одна секунда. Дело в том, что если вы это поняли, то уже больше ничего не надо. Давайте я еще раз попытаюсь понять, чтобы идея состоит в том, что я вообще мог с самого начала рассказать. Я мог с самого начала сказать, что когда мы проходим по грани, то количество оборотов, которые дает вектор U, это, собственно, сумма индексов особых точек поля. Если я прохожу в обратном порядке, по той же границе, но в обратную сторону, соответственно, будет минус сумма индексов поля. Вот. А зачем я стал говорить про ровно? Ответ очень простой. Потому что, когда я прохожу по вот этому ребру, как мы договаривались, иду по ребру, а потом назад, да? Замечательно. А вы понимаете, что у нас поверхность ориентирована? И поэтому на самом деле у нас есть понятие вращения против часовой стрелки. И на этой грани тоже есть понятие вращения против часовой стрелки. Что с этим ребром? Мы его, посмотрите, здесь мы его проходили, туда-назад. А здесь что мы будем делать? Назад. Туда. А что бывает? Туда-назад, плюс назад туда. Ноль бывает. Значит, каждое ребро будет посчитано один раз с одним знаком. Это самое изменение направления. А другой раз будет посчитано с другим знаком. Таким образом, каждое ребро реально даст нам нулевой вклад. Ну и значит, это будет плохо. Значит, действительно, сумма индексов не зависит от того, какое векторное поле вы рассматриваете.